что такое День знаний? День знаний – это когда дети идут в школу, все, которые были в отпуске. Когда дети идут в первый класс, они несут учителю много-много цветов. День знаний – это 1 сентября, когда все дети идут в школу. Это такой праздник для первоклассников. Что такое школа? Школа – это где дети учатся. Ну, всяким там предметом. Учат доброте и умом. Школа – это такой дом, там, где дети учатся. Чтобы быть умными и все знать. Школа – это такое отделение, где учат детей. Учиться нужно, чтобы развиваться. Чтобы поступить в институт и получить хорошую работу. Учиться надо, чтобы быть умными, все знать. И всем все рассказывать. Чтобы получать много знаний. Для того, чтобы пойти на хорошую работу. Какие школьные предметы ты знаешь? Русский, математика, русский язык, химия, биология. Музыка, русский язык, математика. Я бы хотела выучить математику, потому что можно считать деньги. Квадрат, треугольник, стёлка. Ручка, тетрадь, карандаш, стёрка, линейка. Эти принадлежности помогают в учёбе. Хотел бы ты пойти в школу? И зачем? Я хотела бы пойти в школу, чтобы хорошо учиться. Чтобы потом окончить эту школу и заработать много денег. Чтобы получить хорошую работу, закончить хорошо институт. Я бы хотела пойти еще в школу, чтобы познакомиться со своими одноклассниками. Хотел бы. Стоп. Научиться делать машины. Я бы хотела пойти в школу, чтобы пойти в институт. И после института пойти в парикмахерскую работать.